Привет, добро пожаловать на мой канал, самижанка, англичанка. Я сейчас спряталась под елочкой, как обещала вам. Я нахожусь в аэропорту Домодедово, и сейчас я вам буду ее показывать. Очень много народу, мы только что приземлились, наш рейс задержали на целый час, поэтому я так устала немножко, здесь очень жарко. И все суетятся, конечно же, готовятся и пытаются добраться до дома вовремя, потому что, насколько я поняла, некоторые самолеты опаздывают, запоздание, так, наверное, непогода во многих городах. Но желаю всем, конечно же, удачно и хорошо добраться до дома, отметить Новый год вместе со своей семьей, родными, любимыми, близкими. А сейчас вам покажу елочку в аэропорту. Аэропорт Домодедово. Вот она, наша елочка, красавица. Ну что же, это будет последний аэропорт. Я вам показывала аэропорт США, аэропорт Великобритании. И наш последний аэропорт – это Домодедово, Москва. Вот такую елочку поставили. Тоже искусственная, правда, но очень даже красиво, симпатичненько. Так она у нас тут украшена. Вместе с черепашками-ниндзя. Вот. Такая елка. Ну, в общем, как обещала, опять много народу. Очень, посмотрите, видите, сколько народу. Естественно, все готовятся, все хотят отправиться домой, успеть на праздники, на Новый год, на Рождество. Вот. И сейчас вот еще шарики там поставили. Вот. Ну, в общем, вот так все украсили. Ну все. Теперь уже не успею я доехать до елки, к сожалению, до центральной московской, но я думаю, многие из вас уже знают, как выглядит главная елка нашей страны, поэтому не поеду туда, а буду вам показывать, может быть, из моего города. Ну все, спасибо за то, что смотрели. Всем пока, с вами была Жанна Лучанова. Пока-пока.